Destiny 2 – это сиквел многопользовательского фантастического экшена, в котором игроки отправляются в захватывающие приключения по Солнечной системе. Игроков ждут странствия по загадочным, неисследованным мирам Солнечной системы ради обретения нового оружия и мощных боевых способностей, которые сделают стражи сильными, как никогда раньше. В этом мире остался всего один городок, который охранники всеми силами должны отстоять, поэтому соберите все оставшиеся ресурсы и станьте стеной на оборону единственного оставшегося нетронутым города. Сюжетная линия ведет не от одной перестрелки к другой, а к разным ситуациям. Банджеи постарались поставить их таким образом, чтобы происходящее было как можно более запоминающимся. Destiny 2 – очень ритмичная игра. Здесь не тычешься в углы, не пытайся найти дорогу, не отсиживайся за укрытиями. Через любой уровень ты проносишься молнией, максимально эффективно используя окружение, жонглируя пушками и отстреливая головы пришельцам. Игра почти никогда не заминается, не сбавляет темп, и для этого даже не нужно оттачивать навыки и долго тренироваться. Все случается с самой собой, и это чертовски приятное чувство. Поэтому я смело могу сказать, что Destiny 2 – отличный шутер. Хотя многие не решились на покупку Destiny 2, сетуя на цену, запутанную вселенную и парадоксально объем игры, который на консолях перешагивает планку 100 гигабайтов, я прекрасно их понимаю и понимаю игроков, которые бросают игру в первые же часы. Просто многие новички не готовы к тому, что долгое время ничего не будет понятно в игре. Они проходят короткое обучение, после этого они остаются один на один с сотней индикаторов, маркеров и NPC. Куда бежать, что делать, это объяснено ужасно. Это бич тайтлов с открытым миром, где огромное количество контента просто запугивает неподготовленного к такому изобилию новичка. Destiny 2 – это игра, где нужно во всем разбираться. И это, я вам скажу, вина студии, которая до сих пор не знает, что делать со своим зверем и как создать игру как сервис. У серии внушительное число фанатов, но их было бы гораздо больше, если бы Destiny 2 не так запугивала всех новобранцев. Но что Bungie делает всегда умело, так это шутеры, красивые и невероятно подсаживающие в силу феноменального геймплея. Эти шутеры всегда относятся к числу лучших. В них просто приятно играть. Что немаловажно, так это то, что разработчики обновляют и дополняют игру новыми локациями и обмунированием. Мне очень сложно объяснить все прелести данной игры в одном обзоре. К счастью, вы мне на слово можете не верить. Просто скачайте игру и поиграйте. С вами был канал Я Геймер. Оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира.